Вы знаете, что мыться – это хорошо. Быть чистым – это вообще заебись. Вы знаете, какое сразу облегчение? Вы знаете, когда вы моетесь, вы избавляетесь от старой информации, подготавливаетесь для новой, так скажем, к новому дню. А когда вы не моетесь, на вас все налегает, 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 налегает. Вы ходите уже ничего неохота, потому что и так всего так много. Поэтому надо все, поэтому... Если у вас депрессия, просто помойтесь. Помойтесь. Меня теперь гонят в душ 2 раза в день. Включают воду и говорят, иди мойся. Наконец-то я вещи свои взяли на стирку мои. Наконец-то буду чистая. То на самом деле достала уже. Сегодня я еще переезжаю из этого чердака вниз в более хорошую комнатку. Но это тоже не конец. Потом я еще в другую комнатку перееду, еще более лучше. Так что, видите, чистенькая. И дышится сразу легче, и книжки сразу хочется читать. Я сейчас читаю книжку «Хакеры снов». Я ее уже давно читаю. Так, периодически читаю, периодически не читаю. Сейчас снова захотелось продолжить чтение. Ну что, зачем читать, когда неохота читать? Зачем себя, так скажем, напрягать, что нужно читать книжку до конца? Нет. Не обязательно. Как вы видите, тут снова пиздец произошел. Взрыв, как говорится, на фабрике. Там вон мне печку поставили, чтобы я не слишком, чтобы я не померла тут пока суть до дела делается. Вот так. И наконец я пью чистую воду, просто воду. Наконец у меня 5-литражка есть, которая не закончится. Еще я спустя сколько времени посмотрела вчера целых 2 фильма. Конечно, еще Мистер Фокс смотрела, когда была на пляжном своем в домике у моря. В временном домике на пару часов. Вот. 2 фильма вчера посмотрела. Пипец, как на фильмы не смотрела. Так хорошо стало вообще. Какое-то прям облегчение даже. Мы это классно. Смотрела вчера V for Vendetta. V значит Vendetta. Очень такой даже фильм, да. Про то, как люди маски снимают наконец. Прикольный фильм. Вполне.